Сегодня мы продолжаем заниматься детерминированными уравнениями со взаимодействием. И в прошлый раз мы написали вот такое уравнение. dx у t, это есть a x t mu t dt. Начальное условие x у 0 равно u принадлежит rt. А вот и мера mu t является образом мерами нулевое при отображении xt минус 1. Ну вот, собственно, тот объект, с которым мы сегодня будем иметь дело. Давайте вспомним, что является элементами вот этой задачи. Значит, как мы уже говорили, уравнение со взаимодействием описывает одновременное движение всех частиц, стартовавших из каждой точки пространства. X у t – это положение частички, которая в момент времени 0 стартовала из точки пространства u, и вот в момент времени t находится здесь. Дальше. Начальное распределение массы всех частиц описывается некоторой, мы договорились считать ее, вероятностной мерой мю нулевое на пространстве. К моменту t эта вероятностная мера переносится, да, отображением x, ну, куда-то частицы смещаются, соответственно, как бы масса по пространству t распределяется, появляется мю t. А инфинитизимальное превращение координат частички, стартовавшей из u, зависит не только, как это есть в обычных дифференциальных уравнениях, от положения частички в данный момент времени, но и от распределения массы всех остальных частиц. Вот в этом то и отличие уравнений со взаимодействием от обычных дифференциальных уравнений, где вот это вот как бы вот этой координаты в А нет. Ну вот, сегодня мы будем обсуждать, во-первых, примеры таких уравнений, да? Во-вторых, существование решения, ну и особенности решений таких уравнений. Да? На примере цепей Маркова, взаимодействующих, у которых переходная вероятность тоже зависит от распределения массы, вы видели, что как бы, поведение асимптотическое при своем исследовании требует как исследования индивидуального поведения частиц, так и действительно всей массы на пространстве. Вот. Ну, давайте начинать. Первое, что мы с вами сделаем, это посмотрим на коэффициент А. Мы уже говорили, что хорошо бы наследовать теорему о существовании решений из курса обычных дифференциальных уравнений. Там при отсутствии мю т говорится, если правая часть удовлетворяет условию Липшица, то решение существует, причем на всем отрезке от нуля по времени от нуля до плюс бесконечности. Ну, хотелось бы какую-то такую теорему иметь здесь, поэтому мы, по-видимому, будем пробовать считать, что коэффициент А удовлетворяет условия Липшица относительно и этой координаты. И вот здесь нам придется с вами вспоминать, что вот вероятностные меры на пространстве RD образуют некое метрическое пространство. Давайте напомним, что там происходит. Итак, вот такой первый здесь подпункт.
с которым вы уже сталкивались на дискретном пространстве, это пространство вероятностных мер на РД. Ну вот, я сейчас обозначу через М нулевое, откуда берется нолик, потом станет ясно. М нулевое – это все вероятностные меры на РД. Имея в виду на РД, как мы не раз уже с вами говорили, я имею в виду меры на боррелевской сигма-алгебре в пространстве РД. Других мы рассматривать сигма-алгебр не будем, так что все меры считаются определенными там. Вот. Для таких мер у нас вводится расстояние. Давайте посмотрим. Итак, расстояние. Вот я теперь буду добавлять некоторые слова. Вот тут вот сообразно уже добавленному индексу 0. И здесь напишу порядка 0. Что мы будем, как мы его определяем? Пусть у меня есть две меры μ и μ, принадлежащие m нулевое. И я теперь рассмотрю на пространстве РД умножить на РД. Мера каппа такая, что проекции каппа на, можно так сказать, РД 1 и РД 2, подчеркнув, что это первые координаты, вторые координаты, совпадают с мю и мю. Ну вот здесь, перед тем, как двигаться дальше, давайте напомним, что это значит, вот такое требование на вероятностную меру. Означает это ровно следующее. Давайте так. Если я возьму какое-нибудь множество d, это множество rd, вот, то мера каппа от такого вот декартового произведения d это умножить на rd равна мю дельта. Вот. А мера каппа от вот такого декартового произведения равна мю дельта. Вот так вот. Вот. На картинке это выглядит следующим образом. Вот предположим, что вот это одно РД, вот это будет второе РД. Мера каппа – это распределение массы сейчас вот здесь.
Требуем мы, чтобы, если я возьму вот здесь множество дельта, то чтобы вот мера k по такой вот полоске, то есть когда мы не накладываем никаких ограничений на другую координату, равнялась просто мере μ от вот этого множества дельта. Ну и то же самое там. Вот. Ну, кстати, вот отсюда название проекция в определении свойств меры Кама. Ну, давайте посмотрим пример. Вот я буду считать, что d равно единичке. Вот, а мю и ню – это равномерное распределение на отрезке 0. Мю и ню – это равномерное распределение на отрезке 0. Иными словами, это просто мера Лебига на этом отрезке, так? Вот. Давайте посмотрим, какой могла бы быть мера k. Ну, например, я мог бы взять мера k. Это было бы равномерное распределение в квадрате. Равномерное распределение в скобочках мера Лебега на 0,1 в квадрате. Вот. Давайте убедимся в том, что действительно вот эти свойства, которые там остались еще на доске, сейчас выполняются. Нарисуем картину. Я буду сейчас... Так, вот квадрат 0,1 на 0,1. Вот. И мы договорились, что здесь мы берем просто двумерную меру Лебега. То есть, если я рассмотрю какое-нибудь множество А, то К от А это, ну, так вот, грубо говоря, площадь. Так. Вот мы определили с вами капа хорошо. А теперь давайте убедимся в том, что ее проекция – это действительно равномерное распределение на отрезках 0,1. Что нужно сделать? Ну вот, согласно примеру, взять здесь дельта, так, взять полосочку, вот она полосочка, ну и давайте разберемся, чему равно сейчас капа от вот этого множества. Давайте его на секундочку обозначу. А, скажем, капа от А чего будет равно? Ну, поскольку эта полосочка сейчас прямоугольник, то появляется что? Модуль дельта умножить на что? На единичку, потому что вторая сторона единичка. Все, значит, я пишу модуль дельта. Ну, так как и обещалось, это как раз мю от дельта. Я думаю, что про ню разговаривать не надо, но точно такое же. Вот пример такой меры капа, которая имеет своими проекциями наши меры мю и ню, являющиеся в данном случае равномерным распределением на отрезке 0,1. Но это не единственный способ выбрать капа. Давайте я предложу еще. Давайте я предложу еще. Вот, например, второй способ. Будет за следующим. Второй. Положим. Капа от А. Это есть одномерная мера Лебега. Множество таких x, что пара xx, то есть точка с координатами xx, попадает в множество. Вот. Возможно, такое определение кажется сейчас чуть-чуть сложноватым. Нарисуем картинку. Что происходит?
Вот наш квадрат. Где лежат все точки с равными координатами? Ну, известно, где это диагональ. Вот здесь. Теперь, что же мы делаем, вычисляя меру k по какому-нибудь множеству? Да очень просто. Вот это множество A. Мы смотрим на вот этот кусочек. Теперь интересуемся только одной координатой. Его, то есть проектируем вот сюда. И вот скажем, мера Лебья, в данном случае длина вот этого отрезочка, и есть кабата. Вот. Понятно, что это на самом деле мера. Почему? Да потому что если мы будем брать непересекающиеся множества, то соответствующие кусочки просто будут складываться. Вот. Так что действительно мера. Ну и просто таки по самому определению, я уже сказал слово проекция, да? Понятно, что сейчас проекциями такой меры тоже будут mu и nu. Вот. Так что вот уже два примера таких мер каппа. Пожалуйста, в качестве упражнения подумайте еще над примерами и сообразите такую простую вещь, что как только у меня будет два, то у меня сразу будет континуальное количество. Вот. В качестве подсказки, любая выпуклая комбинация двух приведенных примеров тоже такова, что их проекции – это равномерное распределение на осях. Ну вот, значит, мы поняли, что такое мера каппа, имеющая своими проекциями вероятностные меры мю. Ну и теперь мы уже можем рассмотреть множество вот такое Q мю мю. Это будут все меры меры каппа на RD умножить на RD. Такие, что их проекции совпадают с mu и ну вот мы рассматриваем такое множество, да? Вот в предыдущем примере в этом множестве лежит мера Лебьера на квадрате, мера Лебьера на диагонали и на самом деле еще много всяких других. Вот. Ну а как же определяется расстояние? Вот мы будем говорить, что расстояние Вассерштейна порядка 0. Между мерами мю и ню. Это есть по определению инфимум по всем мерам каппа, которые попадают в это множество q мю ню. Вот такого двойного интеграла. Я пишу двойной, но каждый значок интегрирует относится к РД. То есть тут на самом деле написан интеграл по РД на РД. Вот. Здесь будет стоять вверху норма U минус V. Внизу единичка плюс то же самое норма U минус V. Вот. Ну а здесь интеграл каппа du dv. То есть мы с вами интегрируем вот такое выражение по каждой мере каппа из совокупности q мю и берем инфимум таких выражений. Вот. Это и будет расстояние нулевого порядка между мерами мю и ню. Конечно же, обратите внимание, что интеграл существует каждый раз. Почему? Потому что каппа – вероятностная мера, и подинтегральное выражение не превосходит единицу.
очевидно. Вот. Значит, вы убеждались уже в том, что вот это есть действительно расстояние, то есть выполняются такие свойства, как то, что равенство нулю, тогда мне равны. Вот, когда есть симметричность, очевидным образом. И сложно было проверять неравенство треугольника, но оно тоже проверяется. Вот. На самом деле сейчас можно убедиться в том, что вот это самое пространство всех вероятностных мер, пространство всех вероятностных мер М нулевой с метрикой гамма ноль, вот это полное сепарабельное пространство. Вот. Давайте посмотрим на какие-то примеры, где вот видно, как можно пытаться вычислить это расстояние. Вот. Примеры. Ну вот, продолжаем предыдущий пример, да, вот ставим даже номер один, где мю равнялось нью и было равномерным распределением на отрезке 0,1, вот, понятно, что мы ожидаем, что расстояние должно быть равно нулю, они же равны, и это действительно так. Вспомним вторую меру Капа, да? Вот мы подобрали такую меру Капа, которая жила на диагонали, вот здесь, да? Вот здесь. Вот тут была сосредоточена мера Капа, на диагонали. Вот. Ну, а тогда очевидно, что интеграл по R двойной от модуль U минус V единичка минус плюс модуль у минус v капа ду дв. Чему сейчас равен? Капа просто живет на диагонали, то есть у должно равняться v, и он равен нулю, да? Поскольку у нас капа сосредоточена как раз на тех точках, координаты которых равны. То есть у будет равно v. Значит, мы имеем нуль. Так что действительно, сейчас гамма 0 и у него, как и следует ожидать. Следующий пример. Вот, давайте посмотрим на такие вот разные совершенно меры. Одна будет ню. Одна будет мю равна дельта мере, сосредоточенной в точке 0. Вот. Так. А вторая мю, это будет стандартное гауссовое распределение на прямой с средним 0 и дисперсией. Ну вот сейчас давайте разберемся, каким является расстояние гамма 0 между ню и ню. Вот что это сейчас такое. Ну, для того, чтобы на этот вопрос ответить, в первую очередь мы должны ответить на вопрос, а что такое сейчас вот это? Кю, ню, ню. Вот из каких мер состоит сейчас это множество? Ну, вот сейчас ответ тут очень простой. Потому что сейчас это множество состоит ровно из одной меры. Давайте это сообразим. Значит, я вот буду рисовать здесь то, что отвечает мере не здесь ню. Вот, и мы что договорились? Мера ню сосредоточена здесь. Так?
Следовательно, вот если мы знаем, что проекция меры каппа равна мю, да, то это значит, где только может быть сосредоточена каппа. Может ли она приписывать какую-то массу множеству здесь? Нет, потому что тогда и проекция такого множества будет иметь не нулевую меру здесь. Так? Значит, мы понимаем сейчас, что наша мера каппа обязана быть сосредоточена на вот этой прямой. Да? То есть каппа живет здесь. Уже мы это поняли. Так? Ну, а раз она живет здесь, то ее проекция на эту прямую с чем совпадает? Да с ней самой. Следовательно, ню и будет каппа. Итак, каппа оказалась сейчас просто-таки произведением мер дельта 0 умножить на ню. Вот. На наше... Давайте напишем более точно. На наше распределение n этих. Вот. Вот сейчас так устроена мера каппа. Раз так, то мы уже можем вычислить. Все, других нету. Это единственное. То есть вот это сейчас единственная мера и есть наши Q, mu, nu. Все, других мер сейчас по определению нет. А раз других нету, то можно уже вычислять расстояние. Да? Давайте вычислим. Итак, сейчас у меня гамма 0 мю, то есть заметьте, какую интересную вещь мы делаем сейчас. Мы вычисляем расстояние от гауссовского распределения до дельтамера. Интересно. Равно чему? Это будет просто интеграл по r, да? Я вторую координату и не пишу, она равна мю. А здесь, соответственно, должен быть модуль разности координат, да, u минус v. Но u у нас 0, поэтому я просто оставляю v делить на единичку плюс v, так, ничего не меняется, умножить. Ну а здесь чего? Дифференциал будет иметь сейчас хорошую структуру, потому что гауссова мера имеет плотность. Да? Мы эту плотность стандартного гауссовского состояния хорошо знаем. Это корень из 2π. Так, а здесь e в степени минус v квадрат на 2. И все это dv. Вот оно, расстояние. Мы его посчитали. Пожалуйста. Посчитали как бы. Немножко громко сказано, потому как такой интеграл не вычисляется. Но, тем не менее, вот в виде интеграла ответ у нас есть. Я хочу здесь уже обратить ваше внимание на такую вот интересную особенность. Давайте мы посмотрим не на расстояние гамма 0 между дельта-мерой и стандартным распределением, а вот здесь поставим эпсилон. Да? Вот. И я буду рассматривать эпсилон маленький, сходящийся к нулю с плюсом. Вот. На всякий случай нарисуем, как ведут себя плотности гауссовских распределений, когда эпсилон сходится к нулю с плюсом. Они сейчас у меня симметричные и происходит вот что. Вот примерно так выглядит. Прошу прощения. Здесь она сходится к нулю. Вот примерно так выглядит гауссова плотность. И если я увеличу эпсилон, происходит вот что. Да? Происходит вот что. Вот. То есть с увеличением эпсилон вот этот горбик вытягивается вверх, одновременно с этим сужаясь по ширине. То есть мы можем сказать, и я думаю, что это несложно, мы можем сказать, что
n0 эпсилон в каком-то смысле сходится к дельта 0, когда эпсилон стремится к 0 с плюсом. А ну давайте посмотрим, так ли будет это в смысле нашего расстояния гамма 0. Я тут уже напишу, что это расстояние между дельта нулевое и n0 эпсилон. Вот. Что мне нужно будет поменять? Тут надо будет написать эпсилон, и здесь надо будет написать эпсилон. И корень протянуть. Вот так. Вот. Вот сейчас так выглядит это выражение. Ну и в силу того, что мы уже говорили, горбик стягивается, функция ограничена. Я думаю, совершенно не составит труда проверить, что да, действительно, вот это выражение, интеграл сходится к нулю. Так, что мы видим? Что сходимость метрики гамма нулевое, она вот реализует то, что мы и так понимали, скажем, про слабую сходимость гауссовского распределения с уменьшающейся к нулю дисперсии к выраженному распределению в данном случае. Вот. На самом деле это общий факт. Мы его с вами проверять не будем, но знать надо. На самом деле имеет место следующее утверждение. Его можно даже себе записать как теорию. Последовательность μ n из n нулевое слабо сходится к мю ноль при n стремящемся к бесконечности. Тогда и только тогда когда гамма 0 мю n мю 0 стремится к нулю, n стремящийся. Вот. Ну, это означает, если формулировать словами, что на самом деле сходимость в метрике Вассерштейна порядка 0, это ровно то же самое, что слабая сходимость. Вот. Ну, а для тех, кто как бы помнит третий курс хорошо, я напомню, что такое вот выражение у нас встречалось уже, когда мы делали попытку метризовать сходимость по вероятности. Да, это связанные вещи, но так же, как слабая сходимость связана на самом деле со сходимостью по вероятности, вот через такую теорему скорохода. Но мы этого касаться пока что не будем. Вот. Так что метрика Вассерштейна порядка 0, ну, это то, что метризует нам слабую сходимость. Почему порядка 0? Ну, потому что на самом деле, как мы увидим дальше, иногда полезно работать с мерами, которые имеют моменты. Вот. Ну, вспомните стандартный курс теории вероятностей, где у нас выделялись такие случайные величины, у которых там есть второй момент, там можно считать дисперсию, десятый и так далее, моменты, которые дают нам информацию о случайном распределении случайности. Так и сейчас.
стоит отдельно посмотреть случай, когда рассматриваемые вероятностные меры имеют масштаб. Ну, давайте введем соответствующее определение и соответствующее расстояние. Итак, я буду считать сейчас, что n у меня больше или равно единичке. Вот, тогда mn, m с индексом n, это будут такие вероятностные меры, это будут даже m на другой, такие что, вот такой диаграмм ORD, норма u в степени n, между u меньше плюс бесконечности. Вот. То есть это меры, имеющие n-то абсолютно момент норма. Да? Вот. Расстояние, которое здесь можно вводить, учитывает этот самый момент. А именно, давайте расстояние Вассерштейна соответствующего порядка для мю и ню, вот отсюда уже взятых, равно по определению инфимум по капа по-прежнему берущихся из множества таких мер, что их проекции совпадают с мерами мю и ню. Здесь двойной интеграл ORD, а здесь стоит просто разность норма u минус v в степени n каппа du. Вот. Ну, кстати, полезным простым упражнением для слушателей будет проверить, что если mu и ню взяты отсюда, то для любой каппа такой, что она имеет мю и ню своими проекциями, вот этот интеграл конечен. Ну, это несложно. Норма u минус v в степени n мажорируется некоторой константой на сумму норма u в степени n плюс v в степени n. И все. Тогда каждый из интегралов просто будет существовать. Итак, вот это расстояние, прошу прощения, только чтобы это стало расстояние, нужно что сделать? Нужно здесь взять и написать единичку. Вот. Вот так. Все. Вот у нас теперь есть такое расстояние на пространстве мер, имеющий конечный n-й момент нормы. Проверка тому, что это расстояние проводится точно так же, как это делалось для гамма-0. И точно так же, как это делалось для гамма-0, можно получить утверждение, состоящее в том, что для любого n больше или равно единичке μm с расстоянием гамма-n это будет полное сепарабельное метрическое пространство. Вот. Можно спросить о сходимости. А что же сейчас означает сходимость? Тогда мы сказали, что слабо. А сейчас? Вот. Оказывается, и сейчас можно привязаться к слабой сходимости. А именно, оказывается, что здесь сейчас справедлива такая. Значит, последовательность μn, n больше равно единице, из mn сходится в mn к μ0, то есть вот сходится именно в этом пространстве относительно метрики гамма n. Прошу прощения, наверное, стоит здесь другой индекс написать. M давайте напишем, чтобы не путать с этим.
Вот. Кремниевую. Тогда и только тогда когда первое мю М слабо сходится к мю 0 прям следующей. То есть как бы слабую сходимость не понимаю. Второе, супрему по М больше или равно единичке. Вот этих вот самых абсолютных моментов по РД. Здесь модуль U, норма U в степени N. Мю М ДУ меньше трех бесконечности. То есть, когда их Nth моменты равномерно ограничены. Вот эти два условия должны выполняться. Так что мы видим, что как бы вот на первый взгляд, по крайней мере, пространство мер, имеющих конечный n-й момент, соответствующий метод Гросенштейна порядка n, выглядит просто таким вот техническим уточнением, что технической модификацией пространства n0. Сходимость по-прежнему такова, что должна быть слабая сходимость, плюс вот некое моментное ограничение, которое должно выполняться равномерно. Вот. Ну вот, мы с вами теперь вспомнили, как определяется расстояние между мерами, и можем теперь переходить к обсуждению правой части уравнения со взаимодействием. Вот там что было? Давайте еще раз я напишу начало уравнения со взаимодействием. Начало, потому что там есть всякие еще условия, но нас сейчас сама форма интересует. Итак, у нас вот было вот такое выражение. Было dx у t. Это есть a x у t мю t μt dt. Вот. Вот так. Ну и а, соответственно, функция теперь у нас, которая действует откуда? А действует из rd умножить на m. Ну вот здесь можно уже, как мы понимаем, выбирать. Но давайте пока оставим m нулевой и принимающее значение в rd. Вот. Вот так. И мы что хотим? Чтобы она удовлетворяла условию Липшица. Значит, она удовлетворяет условию Липшица. Давайте запишем, что это значит. Это будет означать, что хотелось бы, чтобы существовала такая положительная константа n0, что для любых U1, U2, являющихся элементами RD, это вот по первой координате они будут у нас, и μ1, μ2, являющихся элементами M0, то есть вероятностными, должно выполняться следующее неравенство. Норма A от U1, μ1, минус А от У2, мю 2, меньше или равна, чем Л умножить на такую сумму. Норма У1 минус У1, У2, плюс гамма 0 на мю 1, мю 2. Вот так. Вот. Значит, вот это вот условия Липшица. Да? Мы должны проверить, что существует такая константа, что разность между значениями вот так вот устроена. Вот. Ну и давайте думать. Написать то условие Липшица мы написали из общих соображений. А вот есть ли такие функции? Давайте подумаем над примерами функций.
функций, удовлетворяющих такому условию. Нет, ну, конечно, тут есть совокупность тривиальных примеров. Любая функция, удовлетворяющая условия Лившица по координате U1 и независящая от мирозначной координаты, такой будет. Ну, нас такие примеры сейчас не интересуют, и нам бы как раз понять, а вот выполняется ли, может ли выполняться вот это условие как раз по второй координате, каковы могут быть нетривиальны. Вот здесь на помощь приходит одна интересная лемма, она тривиальна, но из анализа первого курса. И я вот сейчас вам эту лемму покажу. Появление этой лемы вызвано вот той неприятной дробью, которая написана в определении расстояния гамма-ноль. Ну вот, лемма звучит следующим образом. Пусть f, это вот функция, заданная на множестве действительных чисел, принимающих там же значение. Такова, что первое. F ограничен. То есть существует такое K больше нуля, что супрему по x принадлежащим r модуль f от x модуль f от x равен k. Вот. Она ограничена. Второе. F удовлетворяет условию Лившица. Условие Лившица. То есть существует такое A больше нуля, что модуль F от X минус F от Y меньше или равен, чем L на модуль x минус y, ну, для тех x, я уже выписываю, из множества действительных чисел. Вот. Вот выполнены такие условия. То есть, функция, удовлетворяющая условия Лившица, и ограничена. Ну, примеров таких функций много, например, тот же Октавец. Да? Вот. Ну, а тогда выполняется следующее. Тогда можно сделать интересное заключение. Тогда существует такое L1 больше нуля, что для любых x, y из множества действительных чисел, вот этот модуль f от x минус f от y будет сейчас меньше или равен, чем L1 умножить здесь модуль x минус y делить на 1 плюс модуль x минус y. О, вот когда я написал до конца заключение лемы, начинает, по-видимому, становиться понятным, зачем она нам нужна. Смотрите, я умею доказывать для какого-то класса функций, что если они Лившицевы относительно обычной метрики напрямую, то они будут Лившица относительно вот такой. Это, заметим, тоже метрика напрямую. Но такая вот не очень хорошая. Вот там вот есть. Вот. Ну вот, такое утверждение. Давайте убедимся, что оно справедливо. Это совсем не сложно сейчас. Вот. Так, я... Условия у вас есть? Я все это...
Так. Доказательства. Заметим следующее, что согласно услуга модуль f от x минус f от y на самом деле сейчас не превосходит вот такого выражения. Меньше или равен чем максимум из двух чисел. Первое L умножить на модуль x минус y, а второе просто 2k. Так? Вот я объединил сейчас в этом неравенстве условия нашей леммы. Да? Вот функция дозирует условия Липшица, да. А в то же время f от x и f от y меньше или равны чем k. Следовательно, вот этот модуль меньше или равен чем 2k. Вот. Вот так. Теперь на секундочку. Давайте я вместо x минус y возьму новую букву z и нарисую график. Давайте я график. Я буду считать, что z у меня переменная, которая не отрицательна. И рисовать буду график такой вот функции фи от z равная как раз вот такой максимум между L умножить на z и 2k. Вот. Ну, что? Я думаю, что мы все понимаем, как этот график выглядит. Нарисуем его. Вот он, значит, как-то я из нуля рисую вот прямую с тангенсом угла наклона L, да? Вот здесь у меня 2k, и я согласно этому вот тут начинаю дальше рисовать горизонтальную. Все, вот так тривиальным образом выглядит сейчас этот график, как стамеска в кофе. Вот. Ну, а теперь давайте я на другой картинке нарисую еще один. Тоже для функции z больше нуля. Я нарисую еще одну функцию, а именно для z больше или равных нуля нарисую функцию вот такую. Это z делить на 1 плюс z. Вот. Ну, она выглядит следующим образом. Что у нее есть? Она вот тут идет себе так, потом загибается, и у нее есть горизонтальная асимптота на уровне единичка. Да? Вот. Ну, что? Я думаю, что совершенно понятно, что если я вот эту функцию умножу на такую константу, чтобы на вот этом уровне, где был излом, мы поднялись на 2k, понятно, что такую константу можно придумать, умножая я буду просто график поднимать, то у меня получится вот что, у меня получится примерно вот такая штука, да? Вот здесь я такой-то симптом. Важно, что я график накрою. Следовательно, мы убедились в том, что сейчас существует. Я уже просто подробные выкладки не провожу. Здесь как раз тот счастливый случай, которым постоянно пользуются древние греки, которые говорили, смотри рисунок, так вот здесь все просто. И теперь понятно, что существует такая константа или 1 больше нуля, что максимум для LZ и 2K сейчас меньше или равен, чем L1
умножить на z делить на 1 плюс z для z непроницательной. Все, на этом доказательство закончено. Действительно, мы убедились в том, что ограниченная и удовлетворяющая условия Липшица функция удовлетворяет условия Липшица относительно вот этой метрики. А вот теперь мы с вами уже в состоянии предъявлять всяческие примеры функций, удовлетворяющих на пространстве мер, но удовлетворяющих условию Липшица. Уже теперь, после этой лемы, это будет несложно. Давайте переходить к таким примерам. Итак, пример первый. Интегральный функционал. Вот как раз я буду считать, что у меня есть функция f, которая действует из Rv. Ограничено. Я вот здесь поставлю индекс 1. Потом будет понятно, почему. Ограничено и удовлетворяющее условию Липшица. Как мы уже сказали, таких функций много, и каждый может сам себе их напридумывать. А вот я теперь определяю f большое от мю. Мю у меня сейчас принадлежит m0, да, на r. Вот. Это будет интеграл, множество действительных чисел, f от u, мю до u, f1. Обратите внимание, что интеграл сейчас определен, да, f ограничен, мю вероятностная мера. Все честно. Интеграл определен. Ну а вот теперь давайте попробуем разобраться, что он не просто определен, но дает нам пример как раз функционала, удовлетворяющего условию Липшица. Что для этого нужно сделать? Для этого рассмотрим две меры. Так, вот, и рассмотрим каппа, сразу принадлежащие вот этому множеству мер, имеющих мю своими проекциями. Ну вот тогда, что я могу сказать про вот это f мю? Вот тут очень тоже важный, простой, но полезный трюк. F мю минус F ню, сейчас помудрю. Ну, давайте поделимся. Да? Интеграл поля F1 от U мю минус интеграл по f1, вот я сразу, чтобы мы немножечко начали чувствовать, к чему мы подбираемся, f1 от v напишу, не у dv, хотя казалось бы, какая разница, какую переменную писать в качестве переменного интегрирования. Вот так. А теперь я воспользуюсь вот этим соотношением для меры капа и перепишу оба интеграла как интегралы по мере капа. Равно модуль интеграл по r 2, двойной, f1 от u, каппа du dv. Я ничего не сделал. Да? Проекция, вот здесь под интегральная функция зависит только от первой координаты,
Следовательно, вот этот двойной интеграл равен интегралу по проекции на первую координату, которая как раз равна мере мю. Так что вот это равны выражения. Здесь то же самое напишем. Минус интеграл двойной по R2. А здесь напишем F1 от V. Каппа ДУ Д. Снова по тем же соображениям то же самое. О, ну теперь у нас появилась возможность занести все под один интеграл. Давайте продолжим равенство. Ну вот, доска очень маленькая. Равно. Что будет? Мод. Здесь будет двойной интеграл по R2. Здесь будет F1 от U минус F1 от V. Все это будет капа ДУДВ. И все это по моду. Ну, дальше уже, я думаю, понятно, что мы будем делать. Во-первых, классическая мантра из анализа первого курса. Модуль интеграла меньше вероятность, чем интеграл модуля. Меньше или равно, чем интеграл по R2. Модуль F1 от U минус F1 от V. Капа ДУДВ. Вот. Меньше или равно. И вот здесь выстрелит наша лемма. Давайте вспомним. Функция F1 ровно такая, как в лемме. Она удовлетворяет условия Липшица и ограничена. Поэтому для нее найдется какое-то L1, что я смогу написать такое неравенство. L1 умножить модуль U минус V на единичка плюс модуль U минус V. Капа ДУДВ. Вот. Ну что, я думаю, что как бы дальше уже писать не нужно. Я только вот сейчас с помощью тряпки вынесу вот это L1 за знаком. Вот. И теперь напомним, что это неравенство. Начало у вас есть. Выполняется для любого капа, принадлежащего Q, mu, mu. А следовательно, раз это так для любого капа, то я и инфиму могу поставить. Окончательно мы приходим к выводу, что сейчас модуль F от mu минус F от mu меньше или равен, чем L1 умножить на инфиму по всем капам, принадлежащим к mu. Такого двойного интеграла R2. Здесь модуль U минус V на единичку плюс модуль U минус V. Капа ДУДВ. Что в точности равно. Что в точности равно. Как раз L1 на гамма 0 меню. Все. Мы с вами сумели привести пример интегрального функционала, который задан на пространстве всех вероятностных мер и удовлетворяет условия Липшица относительно метрики Вассенштейна нулевого порядка. Я думаю, теперь начинает появляться прояснив, почему поставил единичку, поскольку, ну, в дальнейшем мы с вами будем рассматривать кратный интегральный функционал. Там будет f2, f10, сообразно количеству координат. А результат будет таким же. Ну вот, значит, что мы за сегодня сделали. Мы вспомнили, как выглядит сейчас пространство мер с метрикой Вассенштейна различных порядков, узнали, как связана сходимость в этих пространствах и слабая сходимость, также сумели привести пример интегральных функционалов, которые удовлетворяют условия Липшица относительно мирозначной переменной.
На этом на сегодня все. Для большинства участников я напоминаю, что через полчасика у нас семинар по моей книге, как раз посвященный вот этим самым уравнениям с взаимодействием. Спасибо за внимание.